الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصهما فلا يضر إلا نفسه Барчи хамду васана Аллах субханаху ва таалига махсустар анарга иман китердик анандык хам ашандык. Анын менен эмне бизни байладык. Тахқиқ Аллаху таалатан гайри башка дары хеч жок. Тахқиқ Мухаммад алейхи салату ва салам Аллахтын кулу хам элчисидир. Чындан да ким хак жолдон барса башкасынан түгел өзүнөгүнө файда кетирчек. А ким башка тарса айсен кылса алды хеч да башкасынан түгел өзүнөгүнө зарар кетирчек. У нас с вами сегодня два хадиса. Как все повествования пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, очень назидательны и интересны. Те, кому приходится стоять, может быть, между рядов вам пройти и сесть, там будет немножко сложно. Просто пройти между рядов и сесть. Ничего такого страшного там нет. То есть на всех этажах постарайтесь, там уже, где есть свободные места, помогать людям их занять. В Коране, в 9 суре, есть аят, где очень жестко говорится относительно тех, кто накапливает, собирает богатство. Основная мысль – это то собирание, накапливание, складирование, которое никак не очищается, не облагораживается выплатой закята. Но в то же время, если брать вообще мусульманскую культуру, то накапливание, собирание, оно никогда не приветствовалось. То есть человек верующий, он всегда старается материализовать свои возможности интеллектуальные, духовные, материальные, материализовать их, что-то перспективное в завтрашний день в самых разных формах, уже мирское. Так вот, в том аяте, конечно же, оговаривается такая уже почти животная скупость человека, когда человек накапливает, накапливает, даже уже забывая, ради чего он все это собирает. Безусловно, это не в контексте того, что кто-то богатый, он там что-то хорошее не делает. А как всегда, мы говорим только в контексте нас лично. Каждый из нас, у кого-то, может быть, накопил, там, не знаю, 1000 рублей, да, студент, кто-то другой, там, может, 10 тысяч, может, что-то еще, что-то. То есть, в любом случае, в контексте каждого аята или же хадисов нужно уметь находить самого себя. Даже если это как бы к нам на сегодняшний день не относится, можно с этим столкнуться завтра и поступить очень даже не в свою пользу. Поэтому не нужно смотреть на кого-то, а только на самих себя. Так вот, в контексте этого аята в комментарии даются два хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Аля ухбирука би хайри ма юкнас?» Не сказать ли тебе, сами слова адресованы Умару, сподвижнику пророка Умару, ну и вообще, в общем. Не сказать ли тебе о том, что хайр маюкнас лучшее, что заслуживает, вот кэнс, в основе своей, это сокровищ, которое нужно оберегать. Что является таким важным для тебя сокровищем, что собрать, оберегать, охранять? Сказать тебе, вопрошает пророк, и тут же отвечает: «Аль-мар'ату ас-салихату аллати إذا نظر إليها الرجل سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». То сокровище, которое нужно лелеять, оберегать, это не золото, не серебро, упомянутое в аяте, это не богатство многие, которое тоже нужно уметь правильно применить, а это аль-мар'ату салиха, благочестивая, благонравная супруга.
Жена. Человек скажет, вот, понимаешь, что жена? Жена готовить должна, гладить, стирать. Кто-то из имамов скажет, когда никях проводит, скажет, женщина не должна ни стирать по исламу, ни гладить. Ну что, мужчина, что ли, будет стирать и гладить? Непонятно, да? Понятное дело, у всех этих граней есть свои нормы, свои обычаи, свои приличия. Аль-мар'ату салих. Сокровище для мужчины. Это благочестивая, благонравная его жена. Как помните, прощальную проповедь пророка, алейхиссалату ассалям, где говорится о том, что жены ваши – это веренная вам, Всевышним, огромная ответственность. Когда человек где-то грубит, где-то еще что-то, где-то на других смотрит. Самые разные вещи. Мужчина очень быстро многое забывает. А женщина по природе своей старается оберегать домашний очаг. Понятное дело, разные бывают и мужчины, разные бывают женщины. Но мы говорим о том, к чему нужно стремиться, и каждый человек может быть лучше. Так вот, пророк говорит, это хорошая, благочестивая, благонравственная супруга. А кто это она, благочестивая, благонравственная, скажет? Ну, каковы ее? Ну, более точно можно понять, как это? «Ида назра илейха раджуля сарату», когда смотрит на нее муж, у него в душе радость. Ну, это очень часто в жизни бывает там с этими с бегудями, там в рваном халате или еще что-то, да? Это дома. А на улице куда там? И такие сапоги, и такое платье, такая куртка, такая прическа. О-о-о! То здесь как раз говорится это определенно другая культура. Понятное дело, женщина будет и дома красивой, и вне дома тоже красивой и аккуратной, но, конечно же, в нормах женской, мусульманской этики. Но здесь как раз говорится о домашнем очаге, об этом маленьком мире семья. И вот она мра'атун салиха, сокровище для мужчины. Пророк говорит, по сравнению со многими мирскими сокровищами, вот оно сокровище. Благочестивая, благонравственная супруга. А кто она? Это тот, та, на кого, когда ты посмотришь, муж смотрит на нее, он радуется. Когда он просит ее о чем-то, она говорит, да ты сам сделал, что, не можешь ли погладить? Я не должна, вон имам сказал, я не должна. Я вон для домашней там этот канал посмотрю. В том-то и дело, что она – это сокровище. И мужчина к ней относится как к сокровищу. И она со своей стороны тоже соответствующим образом понимает это. Не кичится этим, а с пониманием к этому относится. А потому она «Ида амраха ата'атху», когда он ее просит о чем-то, какое-то дает поручение, она проявляет покорность. Она следует тому, что он говорит. «Уайда габа анха хафизатху», и когда он отсутствует, она оберегает его. То есть она сохраняет верность ему, даже в его отсутствии. И еще один хадис, тоже касательно, что же человеку нужно набрать побольше в этой жизни. Понятное дело, всего можно, самого разного. И знания, и духовность, и физическая форма, больше детей, умных, красивых, которых нужно, конечно же, и воспитывать, дай Бог. То есть много всего разного в этой жизни есть. И богатство, и материальные богатства, самое разное. И красота, та или иная мирская красота. Но здесь приоритет. Когда был ниспослан этот аят, и пророк, алейхиссаляту ассалям, однажды его процитировал, где говорится, «Валядина якнизуна дахаба вальфидда», да те, которые складывают, складируют золото и серебро, то есть люди, которые набирают всю денег и сидят на этих деньгах, думая, что они их увековечат, то есть не умеют их должным образом применить, пусть даже в свое семейное благо, какое угодно, общественное благо, самое разное. И вот здесь как раз в аяте порицание идет, то, что те люди, которые не знают, что такое закят, не знают, что такое умение применять материальный достаток, в этом аяте, когда пророк его процитировал, он сказал «Баттан ли дахаби валь фидда». «Баттан» – это как гибель, погибель. То есть, да пропадет пропадом это золото и серебро. Не в том смысле, что этого не нужно. Нет. Но это не столь важно.
Факали сахаба, сподвижники сказали, я Расула, фаюль маль натахет. А какие же нам тогда богатства, как бы, ну, накапливаются как-то, ну, человек же в чем-то складывает, как-то что-то он набирает же в жизни там. Пророк сказал, понятное дело, материальная часть жизни, она не отрицается этим хадисом, но ставится приоритет. Так вот, айюль мали натахет, когда у пророка спросили, а какое же богатство нам вот натахет, как взять его на вооружение, уметь его применить, накопить, как бы приумножить? Пророк ответил, лисанан дакера, уста, которые упоминают Всевышнего. Уста, которые упоминают Всевышнего. Те, кто с этим сталкивались, или кто с этим не столкнулся, да, бывают люди. То, что человек говорит, например, там, то, что вот я на утреннем остаю, 100 раз «Альхамдулилля», 100 раз «Субханаллах», там, 200 раз там «Ихляс» прочитаю, 300 раз «Фатиху» прочитаю, все хорошо. Но если в течение дня у него с уст сходит самое разное, лживое, грязное, клевета, ругань и так далее, это все утреннее, просто-напросто галочка, что якобы что-то сделал. Но это не «лисанун дакер», это не уста, которые упоминают Всевышнего. Вот здесь вот лисанун дакер, это когда человек в своей словесной культуре говорить, у него есть понятие, что оно у него автоматически на уровне сердца, уст, ничего специального он не делает, он идет, он дышит, он ест, он двигается, он работает, и у него уста, они просто не что-то бестолковое молотят, они упоминают Всевышнего в естественной форме. И такие уста, конечно же, они обычно не грубые. Кальбен шакера. Что вот суметь поднабрать, как что-то важное, ценное богатство? Кальбен шакера – благодарное сердце. Благодарное сердце, говорит пророк. Благодарное сердце. Если человек посмотрит внутрь себя, то он поймет, что он в основе своей неблагодарен. И то, чтобы сердце было благодарным, нужно работать над собой. Относиться к вещам, уметь анализировать многое в жизни. И вот тогда, когда естественно уже сердце станет благодарным, это тоже богатство, которое просто так не приобретешь. И третье, богатство, важная часть богатства мирского, это супруга, жена. К богатству нужно внимательно относиться. Супруга, жена, которая помогает тебе быть духовно богатым, религиозным, способствует этому. Три приоритета упомянуты в этом хадисе. Баракаллаху лина ва лякум фил Куране аль-Азим ва нафа'ани ва иякум бил аяти ва дзикри аль-хаким иннаху вас самий аль-алим аль-джавад аль-карим ва самий ад-дуа. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكركم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة.